Всем привет! Мы продолжаем проходить Mario Galaxy 2. Значит, в принципе, звезд уже достаточно набрал, чтобы дойти до финального босса, но придется некоторые уровни пока пройти, чтобы хотя бы до него допустили. Так что, ну, прогнали, погнали дальше. Так, не то. Я уже привык к раскладке Зельды, так что... Так, что, пылающая? Ну, давай пылающую пройдем. Я думаю, что бонусов уже не придется проходить. Этого хватит, чтобы пройти только уровень. Не пешком, так катанием уровень называется. Поехали, поехали, что же нет-то? О май гад. Опять на шар поставят? Походу, да. Yes. Допустим. Привет, братец. Ну, и понятно, опять же, Луиджи там туда-сюда. Ну, раз хотят, давай. Я не против. Какая разница, зеленый у него будет кепка или красный? Механика-то та же. Так, ну давай, давай к трубу, чё. Угу. Это бонус. Пока в него не полезет. Пока и так весело. Сходу. Что-то полеты, полеты какие-то. Так. А почему не пускает? Ага. Ну давай, вот эти звезды соберем. Полетели дальше. Прям пинбол, короче, самый натуральный. Ясно. Это будет непросто. Мы, если что, за мартышку потом. К мартышке подойдем, если вдруг хватать звезд не будет. Так, тут с прыжка надо. Да ё-моё. Да зачем? Зачем они тут эти поставили этот бордюр-то дебильный? Так, а что если по-аккуратному пройти? Вот. Пробрался. Но вот эти вот три шипа вообще тут не в тему с бордюром вместе. Это просто, чтобы тебе жизнь усложнить лишний раз. Их можно было бы и не ставить. Ё-моё. Понятно. Это будет весело. Ух. Все дело в скорости, короче. Если бы эта штука чуть-чуть бы помедленнее катилась, было бы здорово. А, ну можно перепрыгнуть просто вообще. А тут вообще не двигаться, ай, понятно. Только ты в сторону, короче, тебя начинает вести по инерции, ты покойник. Так, тут по краешку, прям по краешку, опа. Так, ну и тут в сторону. Да. Инерция у этого товарища, конечно. Как у поезда вообще. Ну тот один раз не попал, все, ты покойник. Уровень самое то, чтобы жизнь не терять.
Ага. А тут как быть тогда? Надо типа удариться вот в этот бордюр, покатиться назад на... Да, удариться вот в этот бордюр, подпрыгнуть, его звезда. Все, я собрал. Уровень проходится быстро, но... Не было бы сохранения, я бы тут куча-куча раз умер. Ну, по крайней мере, раз 5 точно. Короче, помним то, что там есть у нас еще мартышка. 3 звезды до финального босса осталось. Давай-ка мы этому товарищу звезды отдадим. Может быть, бонус хватит купить. На всякий случай. Давай, 700. Блин, ну... Ну, не знаю, может быть, впритык прям. Я 1000 звезд накоплю, но вообще не факт. Я не знаю, каким нужно быть этим уникумом, чтобы 1000 набрать. Точнее, все звезды собрать. Ну вот, вот это вот третий вопрос, это как раз, играя за Луиджи, залезать в трубу и с мартышкой там ложкаться. Ну, 1800. Где столько звезд найти, я не знаю. Круглые руины. Но сюда не пустят. Давай, круглые руины проходим. Может быть, все-таки в один бонус придется залезть. Но надеюсь, что не обязательно. Ё-моё. Путешествие в древность. Египетская тематика, типа. Гумбу прям нет. Иди сюда. Ну иди сюда, гумба. Давай, цыпа. Хотя нужен он мне 100 лет, да? Ау, понятно. Зачем там этот огонек был нужен? Ай-яй-яй. Ага, ну ты покойник. Давай. Ничего, сейчас разыграемся, будет попроще. Я просто буквально таки вчера в Зельду играл, и там инверсия кнопок идет. Б это А это Б, и я сейчас путаюсь немножко. Ну плюс еще уровни довольно таки непростые. Ну, надо думать, конец игры. Так. Здесь мы перепрыгиваем, да, вот сюда. И потом с подкруточкой. Ну, я чуть-чуть не налетел. Гаденыш усатый. Можно этих ребят вообще скипывать, ничего страшного. Так, тут назад. Почему не долетел в прошлый раз? Все тут прекрасно долетает. Ну, я не знаю, может быть, надо учитывать эту инерцию. Там почему-то вниз можно еще спуститься. Ладно, давай просто прям. А мы будем вообще наверх-то подниматься? Ну, видимо, вот так, да? Да, я не успел. Угу, тут вот у нас еще получается бонусный уровень. А сколько он просит монет?
30? Да, 30 монет, и он, короче говоря, открывает тебе другой уровень. Ну, в смысле, дополнительную звезду можно заработать. Я понял. Но я не знаю, тут придется тогда все прям монеты на вот этом уровне собрать. Бля, я не успел. Слушай, а может мне на ту сторону? Ай-яй-яй. Что-то не совсем понимаю, в какую сторону она крутится. Так. И здесь я должен перебегать вот сюда, вот. И что вы думали? Хоть не с тормашками. Теперь придется его обязательно мочить. А нет, хотя я вот здесь пополню. Я вот здесь попмаю, бля, пополню. Тут надо быстро перебегать. Причем что-то непонятно, в какую сторону. Изгнали гумбу. Там у нас какая-то звезда еще тусуется. Так, ждем. Может быть, надо было налево, не знаю. Слава богу, что не на время. Так, а тут получается, мы будем запрыгивать от этих, от стенок. Вам? Вот. Еще ждем. Ну, чисто классический платформер, ну, практически в 2D. Опять придется подождать. По-моему, тут можно было путь сократить. Но это не точно. Давай, быстрей. Что она делает? А если еще раз Что происходит? Меня сейчас будет что-то сталкивать или что? Угу. Странно, но окей, какие-то остатки что-то куда-то. Как? Ага. Вот, она теперь на его уровень, да, поднимется? Вот. Блядь. Чё? Почему я сгорел? Почему у меня жопа сгорела? Я заживала, что ли, между этими платформами? А, там этот огонек идиотский. Все понятно. Так, ну тут надо прыгнуть как-то. По-хитрому, да? А теперь куда? Ну, допустим. Снова к нему. Не, ну значит, получается, я правильно пошел. Говорит, ну. Спасибо, я уже начал чувствовать, как клетка покрывается плесенью. Да, чуть дальше. Хорошо. Опять по стенкам бегать. А нет, нормально. Мы будем в более сложной ситуации теперь носиться. Надо вот эти дырки попадать. Так, я попал.
жида тоже неплохо, но по-моему она мне боком, да, выйдет. Надо четко вставать походу вот сюда. Нет, я не успею. Вот тут она не достает. Так, следующий. Вот тут. Нормас. Пока хорошо идет. Все, я успел. Просто пробежать, пока не появились шипы, да? Надо было, наверное, прыгнуть на него. Хотя вон там монета. Прыг, скок, что-то там. Так, вон это. Ну ладно. Сейчас будет что-нибудь опасное, по-любому. А нет. Мне надо под ним или что? Нет, скорее всего, внутри даже него. Надо быстренько это сделать, пока он перекрутиться не успел. Вот, а теперь во вторую. Так, придется подождать. Тихо. Ты падаешь вниз. Да, еще меня зажует там. В жерновах этих. Нет, ты, короче, в тайминг не успел, все, ты валяешься. Ты валяешься в самом низу. Быстрей, хотя, наверное, я не успею, да? Давайте. И сразу вниз. Да задолбали бы крутиз. Ай, да. Но я почти. Я почти. Ой, ну блин, ну. Он взял, зацепился, короче, за стенку. Все, я успел, я успел. Ух, можно выдохнуть. Соляву пособираем. Посмотрим, что там, да? На, халявные монетки. Зачем тут монеты нужны, я так и не понял в игре. Ну, кроме как того, то, что они отхиливают. Что за бонус? Прям один за другим. Что за снисхождение такое подозрительное ко мне? Да все, не успел. Там наверняка есть еще какой-нибудь четвертый бонус. Ладно, пойдет. Это лифт какой-то, да. Угу. Ну хоть звезда рядом. Так. Я успею, я успею. А как теперь потом? Так, ну они покатились, и чего? Мне нужно между ними запрыгивать как-то. Ничего не пойму. Причем каждое колесо идет со смещением.
Подожди, мне походу наверх надо. Может быть, я ударами по кнопке буду открывать новые, ну, вытягивать новые уровни. В смысле, повыше. Да? А вдруг? Я успею? Успел. Ну и чё, давай еще раз двинем. Нет, скорее всего. Да. Надо прям туда запрыгивать, ему успевать. Кольцо. Не успел. И потом оттуда прыгать прям. Угу. Давай ждем следующего. Так. И потом вот так. Эх. Но я не успел. Короче, и ты бежишь заново все. Но. Так. Ну, чтобы он по этим жердочкам очень четенько прыгал. Очень четко скакал. Бам. И все, и ты не успеваешь. Не успеваешь, беги заново. Ну, а почему на последнюю-то не хочет? Он запрыгивает на две, но не на последнюю почему-то. И я не успел, да? Да. Ну, все, наконец-то. Надо, короче говоря, не торопясь кнопку прыжка прожимать, чтобы он успел как-то немножко перекрутиться на этой, на жердочке. И тогда он долетает и до третьей звезды. Так, что там, 68-я, да? Нормально. На этот уровень можно не возвращаться. Не особо мне зашел, что-то вот все крутится, вертится и не очень удобно. Так, давай, звездолет, Марио. Опять письмо. Привет, это Макако, у меня тут появилась новая игра галактики Пчелиной горы. Если думаешь, что тебе это по силам, заскочи. Ага, это у нас бонус опять. Нужно будет прыгать по головам за определенное количество времени и набрать определенное количество очков. Только уровень чуть посложнее будет. Приходи в следующий раз, хорошо. Что-то я мало набрал за тот уровень. Ладно, чем богато. Угу. 210 надо звезд. Я смогу бонус левел купить, если вдруг его хватать не будет. Вообще, по идее, должно хватить. Хорошо. Тут у нас ностальгическая. Как раз две звезды, и я вот сюда полетел. А, тут еще несколько уровней. Не, можно бонуса не проходить, чисто вот так. Уровень открылся, все, полетели дальше. И хватает, хватает до Боузера вообще запросто. То есть я немножко бонусов до этого прошел в мирах. Поэтому я себе наперед, короче, с запасом набрал себе звезд. Возвращение короля Бабаха. Король Бабаха. О май.
Что-то как уровень мне не покажут, лично какая-то жесть. МР точка жесть. Я их всех ненавижу. Почему? Отдел кадров закрыт. Вам полез. А, за денежка. Нихуя какой акробат. Король, бабах. А, это товарищ. Эй. Неприемный день. А, четверг, да? Да, у них пятница, рабочий день. Сегодня у них ДЛ. Точка, точка, точка. Мягкий знак, неприемный день. Да, у нас этот, как у отдел кадров. Понедельник, среда и пятница. Четверг у них не выходной, а вторник, по-моему. По-моему, во вторник они работают, но что-то там с 12, что ли, или с 2, как-то так вообще. В общем, хочет туда попасть, понедельник, среда, пятница. Понедельник, вторник, среда, приемный. Пятница, неприемный. МР, точка, тосты. НВТСР, приемный, ЧТБЛ, точка, 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 мягкий знак, неприемный, АПТ, приемный. Ну вот, все кроме четверга, это точно. Вторник, по-моему, вторник и пятница. Нет, вторник они вроде с 2 работают, а понедельник, среда, пятница с 9 утра, по-моему, такая херня. Пойдем у короля бабаха заберем звезду на краю на верхушке крепости. Короля бабаха. А, надо же. Я наконец-то выбил не врага. Тихо, гумба, блядь. Я чуть не улетел за ограду. Я не пойду в бонус. Нехер там делать. И кроме урона и пары монет там ничего не получу. Так, у нас, по-моему, что-то катится, да, тут? А нет. Такой лаунж ломает. Ты там. Не вижу. Что происходит? Куда идти? А, ну я должен по тени был. Ай-яй-яй, ориентироваться. Меня чуть не замочили. МР. Просто. Четверг С. Точка. К. Середина ниги. А психиатр принимает только по четвергам ВБЛ. Мягкий знак угорыть. Были же люди, как люди, вдруг все стали где. Ну смотри. Ну, это понятное дело, то что тебе придется, короче говоря, психиатра пройти и потом целую неделю ждать. Это нормас. Это мы делаем. Подожди, ты если психиатра прошел, то ты же можешь просто завтра попасть в отдел кадров. Я понимаю, что ты хотел сегодня, но увы, не получится. А че меня сюда ведут? Зачем? Так, короля бабаха. Точка, не неделю, а день. А, ну вот завтра, значит, попадешь в отдел кадров. Что я тебя припоминаю, усатый, как поживаешь? Недавно сюда приземлилась очень красивая, но задержанная верхушка игра и укрыла. Дуру-дуру-дуру. Я не успел одну нотку собрать. МР. Чё, Гордеев ответил? Да чё, говорит, подожди пока, но этот... Он попробует через кадровичку товарища этого уговорить. Если нет, тогда... Ну, только вариант по-собственному мне писать. Больше как бы все. Он может попробовать с кирпичом еще потрещать, но не факт, что кирпич хоть чем-то поможет. Идея ему это по большому счету не надо.
Посмотрим, короче. Ну, самый крайний вариант, это если я напишу по собственному. Так, на вершине крепости стоит такой страшило, что, но я не могу, чтобы рассчитывать на тебя и твои усы. Пожалуйста, забери ту звезду. Так, а почему тут тогда шеф какой-то? Бля, только поезд разогнал. Как мне до туда добраться тогда? Что-то я не пойму. Запутанный уровень. Куча платформа, куда какая ведет, что-то непонятно. Так, ну то, что вот этого надо замочить, это факт. МР. Кстати, предлагаю начинать забивать, вы на смене начинать. Ну да, но, блин, а смысл мне тоже забивать? Как вариант, я тоже об этом думал. Ну а что это тоже, в принципе, даст? По большому-то счету. Просто утопленный цех, как бы, и все. Ну, нам не надо. Ну, вот мне, как бы, большинство вещей, как бы... Так, стой. Большинство вещей я уже делать не буду на работе. MR.toaster. Вебка зависла. Да, у меня сегодня бывает такое. MR.toaster. А даст это тебе спокойствие? Да не то чтобы спокойствие, понимаешь? Там... Не спокойствие, я просто некоторые вещи уже по-любому делать не буду. Но... Какие-то делать все равно придется. Какие-то придется делать, как ни крути. Ну, то есть, переходы там и так далее. Посмотрим. Ну, знаешь, лишний раз копать уже я не полезу. Там мусор какой-нибудь, знаешь, убирать, нахуй, пошли. Или еще что-нибудь. В общем, не буду торопиться, лезть на рожон и так далее, знаешь. Пытаться что-то кому-то там помочь, домыть, знаешь, такая хуйня. Я вон в прошлую ночную смену, блядь, весь цех, ну, взял и вымыл, типа, блядь. А там было все ушатано нахрен. Я до этой, до середины ночи со шлангом стоял. И я немного простудился и по этому поводу. А сейчас они просто вот так вот пошли, как бы, и все. Не хотят подписывать. Пошли нахрен. MR.toaster. Не то, что без вариантов, нужно делать по процессу. Ну, по процессу говорю, то, что если какие где переходы, я их делать буду. Если какая-то хрень, как бы, типа, знаешь, там, бычки иди подметай, и пошли нахер, короче, вот и все. Ну, я говорю то, что, возможно, придется по собственному писать. Но слишком пожить, как бы, сейчас смысла не надо, нету. Нахрен мне сидеть без премии какой-нибудь, знаешь, вот это вот тема. Посмотрим, короче, как оно будет, точно не скажу. Как говорится, время покажет. Да, задолбала эта вебка виснуть. Ай, блядь, что за беда-то сегодня? Вот она сегодня весь день такая. Возможно. Эх, ну готовиться надо к худшему варианту. Возможно, возможно. Я точно тебе не скажу. Я не исключаю, точнее, вот эту фишку.
Так. MR.тостер. Да и цвет она передает много розового. Ну, не забывай то, что этот всякий свет в окно и так далее. По настройкам все точно так же я сделал, как и обычно. Сейчас она будет мне мозги полоскать. Долго и упорно, ладно. Все вроде. Вроде все. Надеюсь, прокатило. Так, а мне туда? Куда мне надо? Вы вроде отпустили. Ну посмотрим, она может быть сегодня еще заглючит. Она вот сегодня весь день мне получит мозги. Я не знаю, в чем дело, пока не разобрался. Так, а где у нас этот заветный? Тут почему-то какой-то крутой этот квадрат. Может мне туда надо? Да нет, я только что оттуда. Да. Уровень, короче, запутан настолько, то что ты можешь вернуться прямо в самое начало. А вот какой стороны? Вот там, по-моему, я не прыгал. Может быть, мне туда надо? Это что, петух какой-то ходит тут? Как его долбануть? Он вообще не реагирует на меня. Что делать надо, я не пойму. Эй-эй. Уходит по кругу. Может, куда вниз спуститься надо? О! О, наконец-то! Наконец-то он на меня обратил внимание, и, короче, я тут же подох. Мреда. Чувак, поиграй в Супер Шмарио Ревенгер Оригинс. Это адовый хардкор. Подполучняк и Мария. Так, еще раз. Супер Шмарио? Ревенджер Ориджин? Ну, хорошо, я запомню. Супер Шмарио. Это какой-то мод или что? Тут босс. Окей. Revision Origin. MR.тостер. Я понял, о чем он, это ППЦ. Я что-то не видел, что это за хрень. Но я это. Это хардкор пародия на Марио. Раньше игра была в ВК. Теперь надо скачивать. А, это боссы в стиле Марио? Это хардкор пародия на Марио. Раньше игра была в ВК. Теперь надо скачивать. Я представляю, что это за трешак. Это боссы в стиле Марио. Я уже представляю, что это за трешак. Ну, хрен знает, может, поиграем. Я вот думаю, может быть, как-нибудь этот Марио Мейкер 2 скачать на этот... Как его? Блять, на эмулятор Nintendo Switch. Я вот все хотел как-то поиграть в Mario Maker. Что за хрень посмотреть? Хер знает. В принципе, можно так-то и Боши попробовать залобать. Но это так. Мне надолго на Боши не хватит. У меня, блядь, колпак съедет нахуй. Погоди, давай-ка я название запишу, чтобы потом его не проебать, а то вдруг потеряется. Сейчас. Я
Я его потом отдельно гряну. Как оно еще? Может быть, как-нибудь пострадаем. Так, чисто для прикола. Можно как-нибудь даже, знаешь что? Отдельный стрим вообще забацать. Там, где будет разные пародии на Марио. Почему бы нет? Чисто вот на разок поражать. На что люди способны в своих фантазиях. Так. Супер. Супер Шмарио. Слушай, это случайно не пародия игры Марио Саншайн? А? Хотя, если ее... Если она была в ВК, то это, скорее всего, старая какой-то Марио. Revision Origins. Окей. Записал. Глянем, как говорится. Так, давай. Король бабах. Так. А че меня то трясет? Да, надо успеть ему на спину залезть. И ебануть его. Так, понятно, если я вовремя не подпрыгиваю. На самый первый. Это который самый первый, который там между, ну, по трубами бегаешь, чисто когда вот по площадкам таким. Или который Super Mario Bros. 2. Первый-то у нас еще был на многоигровках. Блять, петушня мелкая. Угу, меня так хотя бы не трясет. Ну его так же надо раза 4, наверное, ёлнуть, и все, он покойник. Эу. Да вы заебали, меня трясет. Эй. Ну, быстрей. Не успел. А, ну это значит Super Mario Bros. 2. Я понял. Уёбки мелкие. Так, а я чё, если по ногам ему забираться? О, вроде нормас. Предыдущая игра была не супер, а просто Mario Bros. Просто Mario Bros. А, ну да, да. Это было настолько давно, то что я уже не помню, где там супер, где просто Mario Bros. Вообще Nintendo любят там вот с этими фишками там супер, мега, ультра. Раньше было модно все так называть. Все, он подох. Нормально. Нет, снова разрушен. В конце концов, я просто дорожная плита. Ладно, ты победил. Возьми это себе. У него там сейчас звезда наверняка, да? Во. Сейчас, кстати, можно прям к Боузеру, по-моему, топить. А, нет. Еще не можно. Стопудово, там столько пародий на Марио вообще. Можно, блядь, весь день, наверное, в них лобать. Минут по 20. Mario Dark. New Super Mario Bros. Deluxe. Кстати, New Super Mario Bros. На Nintendo Wii. Я вот это вот проходил. У меня уже были 5 стримов. New Super Mario Bros. Nintendo Wii, по-моему. Или просто Wii, он так называется. Но она выходила и на Wii, и на Wii U. Поэтому там вместо U, короче, там Wii дописывается. А Deluxe, по-моему, не было, да, вот этого названия. Что-то такое. Короче, я уже проходил вот эту залупу. New Super Mario
Bros. Wii только называлась. Игры вообще идентичные, просто одна выходила так же. Они же любят там на две платформы одну и ту же игру там выпускать, чтобы побольше там. Одну игру сделали, да, очень удобненько. Одну игру сделали, и потом можно ее юзать вообще на всех платформах. Портирует себе, да портирует. Бабки собирает. Так, мордолет дальше полетел. Опа, о чем ты думаешь, принося опасные материалы на борт? Очередная бородавка. Я не хочу гневного бобомба на корабле. Ну вот я на Wii проходил. А чем вот, допустим, U от U Deluxe отличается? А, ну опять про этого мудака говорят. Понятно. Давай маленько халявы соберем. Ой, еще пятерка. Но мне можно бонус уже не проходить. Мариадан. Уе, это понятно где? У Нуи У. Ауди Лукси на Сучи. Юнуи. А, вот как. А по-моему, Deluxe. Нет. Да. Deluxe это она. Ю Deluxe это, блядь, было на Свиче. Ну, короче, по сути, они же одинаковые. Они просто одну и ту же игру, блядь, взяли и на трех консолях продали. Ну вот, там, типа, мы подтянули графон, естественно, никто ничего не занимался. Если они, блядь, ограниченное цифровое издание выпустили с Марио, там, 3D, All Stars, что-то, Sunshine и Galaxy, продали его, там, что-то там, сколько-то тысяч копий, короче, на месяц. А потом все его везде удалили. Причем продавали не очень хорошие порты с эмуляторами. По сути так-то. Хитрющие. Хитрющие. Ну, понятное дело, все жрать хотят. Колбаску подороже. Так, а у нас вот этот уровень, да, наверное, откроется, если я куплю, наверное. Вот этот проход за 1800. Но они обойдутся. Галактики боевых астероидов. Полетели туда, что? Мне вот интересно, почему Wii U на Авито даже до сих пор стоит пятнашку. Типа, блин, почему так дорого? Что за хрень? Вроде очень старая консоль, и, кстати, к тому же не очень-то популярная. Чисто для коллекционеров такая цена, что ли? Ах ты гнида. Достаточно его было одному убить? Ладно, это Марио, тут некоторые вещи не надо задавать лишних вопросов. Говори с табличкой. Ого, ты умудрился добраться сюда, но ты знаешь, что единственный путь побеждать всех врагов. Подожди, а вот этих как? Я от них всегда убегал, по-моему. Ай, блядь. Ай, жопа горит. Ай, еще раз жопа горит. Как, правда, мочить? А, о, подожди. Надо подождать, пока он сдохнет или что? Я потому что постоянно от них убегал просто. А, понятно. Я его тушу. Блять, он опять вылез. Я его подкруткой этой тушу, короче, а потом... Блять, я его сейчас обратно туда.
Вот эта подкрутка, я его тушу, он падает, я должен на него прыгнуть. Я его постоянно пинаю в эти вот кратеры. Вот, все. Ладно, это не сложно, это просто неудобно. А этих как? Все понятно. Ну вот это простая была планета. Так как она маленькая, то тут этот как его. Все мои выстрелы, они обратно возвращаются. Crap people. Crap people. Ага. Крутиться не получится. Надо ему пачку, по-моему, да, долбануть? Да. Сучонок, а? Но с них здоровье не собрать. А следы, кстати, остаются, я только сейчас заметил. Зыба. Зыба я манал. Где третий? Вот он. Иди-ка сюда. Ай-яй-яй. До свидос. Что-то вот подозрительно, не, подозрительно простые планеты пошли. Сейчас чувствую, как залупят мне хардкоров. Будем потом висеть. Серьезно, ты как? Давай. Опа. Как он попался? Давай, бей еще. Давай, сыпа. Оп. Причем я даже особо не вижу, чисто по тени могу ориентироваться, насколько я подпрыгнул. Подпрыгнул ли вообще? Давай. Попал. Ничего пока сложного. Начинается. Так, подожди, в воде, если я на призраков смотрю, они же обычно прятались. Что делать? Вот есть. Надо, короче говоря, нормально запустить черепахин панцирь. Ну да, он даже не рикошетит. Призрак почему-то сам подох от пузыря. Работает. Что-то я никогда не понимаю, что происходит. Летят пузыри. Они почему-то... Во! А, это у меня типа батискафа, который светит фонарем, и он убивает призрака. А я этим батискафом швырялся. Замечательно. Ёпа-мать. Не, ну серьезно. Некоторые моменты, только вот, по-моему, это... Фанатам Nintendo, блин, известны. Я бы хотел побольше с этим батискафом поплавать. Он прикольный. Так. Ну вот сейчас босс будет. Какой-то. Тут у нас доп уровень, да? Но мне не хватит. Он обычно 30-ку просит. Мне не хватает. А нет, 20. Да давай чё? Пусть превратится во что-нибудь. Все равно эти монеты как бы... Так по факту мне не нужны, а так чё, побегаем где-нибудь, посмотрим чё.
Я так сыт. Пусть не сыт. Хорошо. Давай слетаем туда. Подожди, оказавшись на этой планете, по-моему, я ж... Оу май. Это босс. Я помню, что ему по шарам надо мочить по красным. Главное в него четенько попасть. Давай, ныряй. А? О, понеслась. Я попал? Куда-то. Тут куда-то. Вот он, 2, 3. Серьезно, я с одного полисета его завалил? Нет, он просто длиннее стал. Тихо, тихо, я себя не вижу. Надо его запутлять. Ай-яй-яй, жопа горит. Стоять. Давай. Ну, ему осталось, кстати, по-моему, что-то это. 2-3 шарика. Раз. Давай. И второй. Готов. Бля, еще третий есть. Ну все, я не успел. А есть хилы какие? Бля. Жаль. Бля, ну я не видел просто. Давай, ныряем. Да ныряй. Проблема в камере, короче. Самая большая. Ты тут не с этим. Не с этой змеей дерешься, а с камерой больше. Я не знаю, но такой босс уже был. Блять, а почему у меня один удар? Почему у меня один удар остался? Когда я успел уже выхватить? Блять. Полетел за монеткой и упадов. Ну как обычно, жадность усатого фраера погубит. Такой босс уже был, только он был не на огненной планете, а драгонился вообще не на одну. И одну вроде разбил. Блять. Надо смотреть, куда он ныряет, и причем определиться еще, как тебя не задамажило бы. Блять, ну вот как, он задел сейчас? Его не видно просто. Да вот ты уёбище. Нырять-то будем, не? Так, я чуть-чуть не попал. Вот. Блять, я тоже 2 удара пропустил. Там до монеты вообще какие-то понты оставались. Может его вот так петлять? Пиздец. Собираешь монеты, чтобы 2 раза отхватить подряд, причем. Что меня сейчас задамажило? Кто точнее? Кто такой? Блять, он вот. Военный бонус. Пиздец, ну я тут сам себя не вижу просто. Вот в этом проблема. Чуть-чуть я не долез, не долетел до него. Давай попробуем на расстоянии побольше держаться. Так, вот он ныряет. Эх.
Все, минус шарик, но опять же у меня минус удар. Я не вижу, но где-то тут, да. Что тебя убивает? Ты не видишь ни хрена вообще. То ли он приземляется своей мордой на эту, на планету. Блять. Я не вижу, откуда у меня урон пролетает. Давай, понятно. Сейчас монету схватить. Блять, я не успел до нее добежать. Пою маков. Ай, я не успеваю. Я надо как-то бандить на атаке, походу. Типа запетлять его, чтобы он сам залез в землю. Нет? Я не знаю, как это работает. Я в прошлый раз его тоже, в принципе, случайно его прошел. Я просто крутился вот так, а он подох. Не вижу. Вот он в землю полез. Серьезно, я оттуда вылез. Падла. Он еще быстрее стал. Он своим хвостом не дает тебе рассмотреть, что происходит у тебя даже не только под носом, но и вообще возле тебя рядом. Сейчас же я ему по шарику попал. Блять, пока за жопу держался, он уже дважды по этому. Дважды меня задамажил. Какая жесть. Так, мне бы жизнь какую найти. Вот она. Блять, серьезно? Анимация появления монетки была гораздо дольше, чем я урон получил. Давай вот это возьмем. Все, он полетел вниз. Так он долго держится за очко, блядь. Во-во-во, подожди, я ему дважды, да, вроде? Я его вроде даже дважды долбанул, быстрей. Стой. А где шарик последний? Да, это последний шар. Я вообще эту кашу не понимаю, тут что происходит? Вообще жесть, просто у тебя места нету свободного. Так, ну давай тогда в сторону вообще, просто прямо бежать. Он ныряет, блять. Просто прямо. В сторону. Чуть левее. Вот. Я успел. Блять, ну почти. Я какие-то секунды не успел. О, все. Долго возишься, так тут непонятно, что творится. Надо еще умудриться в эти лужи не попасть, чтобы он тебя мордой не долбанул, когда он просто бьет своим подбородком по земле. И потом, когда он ныряет еще. В общем, жопа. Здорово, банда-то.
Ладно, пройдено и здорово. Тренды подчеркивания. ТВ. Привет. Кстати, мне больше звезд не обязательно собирать. У тебя 70-ка набрана. Можно сразу к Боузеру топить. Причем та планета, она же не до конца, я ее добежал. Там еще было продолжение, я же видел. Ладно, не будем застрять на этом внимание, этого хватит. По-моему, тут в общем количестве где-то 120 звезд можно собрать. Прям если все бонусы все пооткрывать, все кометы там замутить и так далее. Вроде 120 звезд. Здорово, Макс. Как здоровье, как ремонт. Причем, да, вот я тут только... Я не основную здесь звезду собрал, а вторичную. Пойдет. Хотя можно вернуться. Сейчас. Ну, давай вернемся. Потому что ну тут реально финал уже, все. Это последняя там планета Боузера. Давай здесь соберем звезду одну. И замутим финал. Управился вроде. Ну слава богу. Сейчас болеть вообще нельзя. Не время нынче. А нас тут не поймешь, что весна, то зима. Полегче вроде оденешься, херак к утру, блядь, снег какой-нибудь выпал. Тут недавно нашвыряло сугробов просто. Можно было уже заново тракторами работать. Так, ладно. Этот уровень заново тогда давай пробежим. Но мы на бонус левел не пойдем. Тут, в принципе, тот по 2-3 врага мочи. Он проходится быстро. Давай, опа, вот, вот так вот. И прыгаем. Тихо. А, они автоматически скачут. А я думал, то, что я их пинаю туда. Зимой, зимой холодно у вас. Бывает в январе, знаешь, температура где-нибудь 25-30, держится неделю. Январь, февраль такие вот. Бывает 2-3 недели вот за эти месяцы. А потом, ну, градусов 10, 12, 15, там, двадцатник, вот такое. Максим, у нас давно уже плюс 27, только дожди сейчас и плюс 20. Ну, прям юга. У нас сейчас, по-моему, плюс 3 на улице. Снег лежит. Так что я не знаю, сегодня, наверное, я пойду на работу без шапки, но типа в зимних ботинках. Я вот не знаю, может быть в осенней куртке. Но утром будет уже минусовая стопудовая температура. У нас днем все тает, а этот какого? А ночью наоборот замерзает. У нас бывает у мастера какая-нибудь идея фикс постигает ночью, какой-нибудь, знаешь, шланг, ну, типа пожарный рукав ночью размораживать горячим шлангом. Максим, летом нет жары. Летом у нас плюс 25, плюс 20. Ну, бывает, конечно, и тридцатник, но это очень редко. Тридцатник где-нибудь в июле. Ну, допустим, август у нас уже все, у нас уже дубак. У нас уже в середине августа начинает листва опадать и так далее. Где-то начало сентября уже бабье лето. Ну, какие бабы, такое и лето, конечно, да? Вот, но там уже все, там уже... В конце августа и заморозки могут быть. Это не особо, ну, там бывает, знаешь, чисто лето, дожди одни херачат и все. Максимум там 2 недели температура чуть-чуть за 20 постоит и все.
Редко когда, знаешь, кто-нибудь на водоемы ездит купаться. Я вот, допустим, только в позапрошлом году купаться ездил. Потому что реально была жара, вода нагрелась, и можно было уже нормально поплавать. А так нет. Нет, конечно, есть ребята отбитые, которые, знаешь, там на улице только-только лед сошел, и они тут же в водоемы лезут. Но я что-то немножко переживаю за судорогу. Да и моржеванием я никогда не занимался. Это закалка нужна. Ай. Ладно. Вот это вообще странно, немножко фигня. Просто должен луч настроить на призраков и все. А че этот не умирает? Ок. Уху! Так, вот здесь я покупал проходку. Что с этими делать? Их, наверное, воздухом явно не затушишь. Надо искать какую-то эту огненную петушню. А? Марио на коньках тут убивает. Да, я бы хотел посмотреть, знаешь, там какой-нибудь ремейк, там где Марио с топором бегает, с дробашом, гумб разносит. Прям в стволке гумби в башку. На-нах. Вот это было бы прикольно, кстати. Зомби-гумбы какие-нибудь или зомби-черепашки. Было бы весело. Ну и там какая-нибудь принцесса Пинч с сиськами. Здорово, Сань. Александр Комендант. Здоровый лёд. Усатый ключ. Но усатый тут в данном... в случае Грибоедов. Просто, ну, как бы, под, без наркотиков, как бы, такие мод уровни не создать. Есть, моды, ну, может быть. Так такой любинок хватает, который, знаешь, игры просто полностью переделывают. А как эту херню замочить? Ну, вот эти черепашки катаются, и что? Надо им на голову прыгнуть. И чё, блядь? Подожди, ну-ка. Вот, мегапрыжком ее надо ёбнуть. Чтобы она чего? Одну секунду постояла. Это крот вообще, нихуя. Это у нас, короче, кроты. С шипастыми касками. Вот. Бля, голубей, какая падла. Его нужно с усиленным ударом. А почему? Он, наверное, за жопу, да, держался? Урон сильно не прошел. MR.Test. Видел, может, черепашка не запротили гук из баталта с веселой лук. Кстати, интересно, вот кто кого победит? Батлтокс или черепахи? По идее, черепахи и батлтокс, они должны быть равны по силе. Ну это как сравнивать, типа, кто кого замочит, Робокоп или Терминатор. Кстати, на Сиге неплохая игрушка была, Робокоп против Терминатора. Опять инверсия. Так, кого можно? Вот на этого прыгнуть. Фига. Блядь, тут надо собрать. Они меня зажали. Понятно, я покойник. Думаешь, батлтоц, а почему? Ну-ка, аргументируй свой ответ, почему батлтоц завалит черепах. Черепах 4, батлтоц 3. У них оружия никакого нету.
Они просто тупо сильные. Черепахи тоже сильные. Так что тут еще надо подумать. Все, готов. А тут по-любому надо было инверсию ждать. Бля, кроты тут набурили всякой дичи. Ну и что? Хотя, в принципе, ну аргумент как таковой. Так, а что тут делать? Я понял. Шариком и другим шариком пизды давай. Они еще это пружинят. Ок. Роба-мануса побеждали в космосе. А разве черепахи дрались с робоманусом? Да нет, Шреддер это этот. Если бы черепахи убили Шреддера. Если бы черепахи убили Шреддера, им бы в основном, ну, уже и все. Им можно уже на пенсию, если бы они Шреддера завалили. У меня даже со звездами немножко перебор. Хер знает, но на самом деле, что-то вот я как-то сомневаюсь, то что Battletoads сильнее черепах. Ну, возможно, в принципе. Я думаю, надо это какого, надо учитывать, где они будут биться, типа вот такие вот нюансы. Ну, как такой, знаешь, типа тоже вопрос, кто победит, Бэтмен или Супермен. Ну, нужно тогда учитывать, сколько у Бэтмена времени на подготовку. Если у Бэтмена достаточно времени, чтобы провернуть всю эту чепушню, то Бэтмен завалит Супермена. Если Супермен сразу же нападает на Бэтмена, то он покойник. В смысле, Бэтмен подохнет. Голосовалку запустить. Кто сильнее? MR.Dost. Мне кажется, надо голосовалку запустить. А я думаю, у кого правда, тот и сильнее. Финальное сражение близится, капитан. Капитан Пихулька. Итальянская Пихулька. Где-то там. Твоя принцесса ждет, чтоб ты ее накуканил. Какой сюрприз, это же комета. Кажись, пожирали сил не только звезды силы. Кажись, Болзер хочет стать еще больше. Ты должен остановить этого монстра, пока он не сожрал все на своем пути. Возможно, возможно, Данила Бодров всех завалит. Не, ну, Данила-то вообще всех завалит. Кстати, вот, еще один вопрос. Если может ли Данила Бодров завалить Battletoads'а? Я бы вообще устроил бы, знаешь, этот как он. Ну, сделать можно игру, короче. Там, где можно выбрать любого персонажа. Ну, типа, то же самое, там, Данила Бодров против Дракулы, там, допустим. Ну, там, Черепашки-ниндзя против Александра Невского. Что-нибудь такое. Рыбаков против Пака. Ну, Гарн,
Просто вот все персонажи против всех персонажей. Ты выбираешь там, я не знаю, там дается тебе там 3000 бойцов. Ты выбираешь там, я не знаю. Ну было бы прикольно. Муген, есть такие файтинги? MR.Toast. Это Муген, есть такие файтинги. В смысле Муген? То есть это реально уже придумано кем-то? Не, ну я не сомневаюсь, конечно, то, что идея это не нова, как бы, но... Я там как-то вот недавно видел этот, как он, что-то там Epic Battle Simulator, что-то такое. Там типа можно, там, не знаю, 3000 гоблинов поставить против там 3000 Санта-Клаусов. Вот, и они там кто кого на стенку захерачат. Просто сидишь, смотришь, как у тебя кипит оперативка. По-моему, есть еще какие-то файтинги. Но в файтингах определенно должен быть на выбор. В 12-м Mortal Kombat должен быть на выбор Данила Бодров. А то, что там был Терминатор, там был Робокоп, там был, не знаю, тот же самый Хищник, то нужен Данила Бодров. MR.Toast. Ага, так и вижу, как Никулин с розочкой из бутылки идет с нажимом. Не-не, Никулин, розочка, против, я не знаю, какого-нибудь там этого чужого. Почему бы нет? Ну, Никулин с розочкой против Хищника. Тоже было бы прикольно. Или там этот... просто... Их можно взять и троих объединить, короче. Вицин, Моргунов и Никулин. Просто их как самогонщиков выбираешь. Ну, то есть, такая фигня уже была в этом. В 10-м, по-моему, МКСе, там, где киборгов, Трайборга можно было выбирать. Там Сектор, этот как его, Сайракс и Кибер Сабзира, по-моему. А нет, Смолк. Вот, то же самое, Вицин, Моргунов и Никулин. Да, да, чистая победа. Я бы Моргунова тоже выбирал. Он такой выходит, кто инвалид? Я инвалид, хуяк. И просто Робокопа поворачивает и все. Ну как он машину поворачивал? Кто инвалид? Я инвалид. Хуяк машину повернул, в какую сторону надо ехать. И тут то же самое, Робокопа поворачивает, назад нагибает и раком его хуярит просто. Фердолит. Ну было бы забавно. Просто какой-нибудь там ульта у Бодрова того же самого, там, хуяк, у меня правда, правда, выбираю тебя, хуяк из покебола какой-нибудь, правда, выпрыгивает, и все, и это ульта. Против нее как бы ничего не работает, даже Гайвер не поможет. Вот, кстати, Гайвер тоже, нормально. Гайвер против Никулина. Ну, или там, против этого, как же он? Москва слезам не верит, этот чувак-то, который там бабу эту дрючил, главной героиня в конце. Который инженером работал. Он же Гоша, он же Гога, он же Жора. Вот против него, короче, Гайвера поставить. Было бы угарно. Так, ну мне тут звезда ободряющие вещи говорит. Говорит, не сдавайся, несмотря ни на что. Подожди ты сюда. Что сюда? Давай-ка вот сюда мы сбегаем. О, ты, говорит, сюда. Меня хотели обмануть, кстати сказать. Я тут халявной жизни надыбал. По советским временам Гога... По советским временам, наверное, Гога... Он этот, как его, был не хуже Аль Пачино.
прыгаешь на одного, и тут же... И тут же второй тебя лупит. Кстати, вот эти уроды еще на Дэнди, блядь, бесили. Так, ну, я изгнал двоих. Кстати, в файтинге можно было бы прикольно, если там этот выбирает дядя Митю из этого «Любовь и голуби». Чё, всё лопнуло? А, я просто управляю этой петушней. Короче, этот уровень будет про все просто. Все механики, которые тут были. Да, там был такой разговор подобный. Да, он сидел там просто рыбу так вот треща в этот стол. Меньшов неплохой режиссер. Вот я что могу сказать. Я тут видел видос, там где он этих фильм «Сволочи» какой-то премию там взял, а он просто даже не вышел их этот вручить им награду. Он говорит, я не буду за этот мусор вам ничего давать, что-то такое вот он ляпнул. Правильно сделал. Раньше за подобные делюги просто брали и лет на 10 в ссылку. Так, я, наверное, что-то неправильно сделал, да? Ай, блядь, что за хрень тут творится? Что-то вообще этот уровень не понимаю. Куда вроде надо? Допустим. А тут? Блядь, не туда. Ладно. На пинковой тяге долетим. Да, блядь, ты идиот. Он вообще неуправляемый, когда за жопу держится. Нахрен пошел. Тихо. Так. И так сойдет. Так, а тут... А я не успею, да? Я даже не стал смотреть этот фильм, проходила ясно с момента рекламы. Не, я все-таки посмотрел. Серьезно, я чуть-чуть не долетел. И до секунды просто. Ладно, не торопимся. Ждем. Тут на облаках надо прыгать. Ты тут же подачу получаешь. Ай. Выше. Блять. Так, ну получается надо на самый верх забраться. Тут получается надо, запрыгивая на облака, добраться до самого верха. Вот так, да. И потом вниз. Ага. И тут стой, тихо. Не, придется брать. А...
что происходит? Ай-яй-яй. Облаков слишком много сделал. Да? Почему? А, блядь, тут же тебе в спину прилетает снаряд. Я взял? Я взял. Не туда. Так. Я хер успею. Надо же. Я чудом долетел, но допустим. Давай, спаси свою особенную. Кстати, они не пишут тут как-то иначе. Невозлюбленную и так далее. Особенную они всегда называют. Особенной почему-то. Мы, говорит, верим в тебя. Надо длинный левел. Так, монетку. Оп, отхилил. Ну, тихо, тихо. Кто знал-то то, что это качели. Давай, Йоши. Да, этот уровень будет про все механики, которые были до этого. Прям про все. Так, как у нас тут? Так как-то, да, по-моему, языком он работает. Тихо. Бля, я Йоши просрал и урона нахватался. Ну, один раз не попал в тайминг, все тебе хана. Понятно. Жрём эту падлу. А чё она не ест? Да не туда. Куда ты по... Так, ладно. Ну, выдыхаем. Выдыхаем. А, вот я не знаю, в какую сторону. Ладно, давай попробуем. Блять. Давай попробуем вот сюда. Да. И ты покойник. Значит, не сюда надо идти. А эта платформа уезжает. Тут еще надо успеть. Да, и все, короче. Тут надо вовремя прыгнуть так, чтобы у тебя платформа не опустилась под лаву. И чтобы вот этот вот... штуки, которые из-под лавы с другой стороны вылетали, чтобы они еще не успели тебя долбануть. Вот, и все. И ты без Йоши уже сразу же дохнешь. Ну вот как? Ну, допустим. Я отхилился, короче. А тут Йоши, да? В принципе, давай так. Ну, подумаешь, у меня будет чуть-чуть поменьше жизни. Прям идеально это дело не пройти. Так, собираем монеты. Чё? Так вот, я понимаю, что рано. Ну ладно, хрен бы. Мне жизни ударов нахватило ровно настолько, чтобы не сдох. Так, эту мразь надо сожрать как-то по-быстрому.
Я хуй знает, я попаду или нет. О! И мне халявное ХП. Ай-яй-яй. Сожру? Нет, я не успел его съесть. Короче, он и так тебя заденет. А у меня Йоши нету. Ай-яй. Тихо, можно верно. Ну и все. И ты, короче, получаешь себе тонну урона. Слушай, а в этом можно и так пройти. А, нет. Ты так не успеешь. Так. Тебе надо сожрать перец и бежать. Я не понимаю, как быть, когда на тебя вот рожа уже улетает. Чё, надо, чтобы этот урод еще не попал. Ну давай по левой стороне пойдем. Блять, не ёбнулся. Ай, тихо. Я успел. Это, по-моему, скользко тут. Так, оп, оп. А как тут быть-то, я не знаю. Ну, допустим. Так сложнее будет. А я вроде успеваю. Тут ледяное. Что это? Блять, это надо было брать или что? Это какой-то шарик появился, я его не успел схватить, потому что что? Его брать надо? Вроде оружие. Ёбаная изометрия. Что это такое? За хрень? Почему я на ней прыгаю? В очко, я не понимаю, что это за шарик какой-то, я не... его как-то брать надо, походу. Так, ну-ка с подкруточкой, может, его долбануть. Это за дичь вообще? Я прыгаю и все. Что это за ебань? Ну я вспышку свою просрал, понятно. Дай. Да. На этом уровне вообще ошибок быть не должно. Но вот это вот синяя хрень, я не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. И я не успел. Я чисто на пинковой тяге долетел. Так, ну ништяк. Ништяк то, что мне не надо. Можно было там не экономить. Вот как раз тебе недостающие эти 6 ударов. Так, перед Болзером, наверное, давайте сделаем перекур. Сейчас я подойду. А то сейчас будет все непросто. Давай, 3 минуты. Сейчас буду.
Все, можно продолжать. Надо чуть-чуть пониже встать. И где-нибудь вот так. А музыка воинствующая. Вау! Тут-ту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 . Грррр, сдайте наконец. Давай, теперь станешь пытаться разрушить мой гениальный план. Я строю тут свою галактическую империю, и ты мне помешаешь. Ну прям Дарт Вейдер воплоти, короче. Ну, не хватает еще этого. Меча джедайского до шлема. Может, ты просто свалишь отсюда в какую-нибудь зеленую трубу? А ты попробуй заставь меня. Марива. Разве не видно, что я занят? У меня нет времени на болтовню, давай скорее покончим. Ну давай, давай. Давай скорее с этим покончим. Тоже пятый стрим. Бегает усатый. Он, наверное, устал уже. Ладно, сначала мы посмотрим, что за атаки у него. Вот шарик, я не успел на него. Понятно. Короче, по меридианам. Так. В сторону. Ай, блин, ну я тут не успеваю подпрыгнуть. Все, одну атаку просто хатил, короче, и у тебя ничего не выйдет. Еще чуть в сторону убегать надо. А где шарик-то? Если ты не попадаешь на второй, то... Дай быстрей. Ну, один раз ему запулил. Окей. Главное в центр не попадать. А тут с подкруточкой как-то надо прыгать. Блядь, я не успел. Долго находишься в ахуе, короче, после того удара. Окей. Эй, до шарика далеко бежать. Блин, ну он прям подо мной сломался. Нет, не попал. Блин, тут еще попробуй попади. Нужно именно на звезде оказаться этого шара. Хилки, я так понимаю, закончились, да? Оп. Допустим. Он будет быстрее атаковать сейчас.
Ускоряемся. Четыре теперь летит. И огнем. Шикарно. Давай. Ай. Я не успею, да? Да. Шарик прям под тобой ломается. Ну, ёпа-мать. На какое-то время у меня есть неуязвимость. Ни хрена не видно. А на тот шар я уже не попадаю. С чем прыгал? Так, окей. Пять. Не успел я. О, а теперь успел. Пять. Опа, ништяк. О, полный отхил. От всех ударов ушел, надо же. Но запрыгни. Я не попал. Как-то так надо встать. Ай, блядь, ну. Ты улетаешь на урон. Ну, запрыгни. Попал? Да все, ты покойник уже. Он уменьшился, как на морозе пенис. Все, госпидос. Ну вот и все, типа финальный босс. Как обычно, уровни сложнее, чем боссы. Нет, еще надо будет с ним биться. Опять раздуло его. Жарко, холодно. Эй, знаешь что, Марио, можешь вдохнуть с облегчением в свой последний раз. Почему же? Потому что это конец. Тебе конец. Ля, боюсь, боюсь. Ага. Надо попасть в него еще. Ну, кстати, это попроще будет. Вот так. Опа, блядь, нет. Надо четко по центру встать. Хули уворачивается. Он все ближе. Его надо как-то отталкивать, да, походу, от себя? Не в ту сторону. Эй, ну. Надо более неожиданно, вот. Один раз я в него попал. Второй раз попал. Не то. Как-то в тайминг чуть-чуть надо его лупить. Нормально. Еще будет что? Мои силы пропали. Моя империя разваливается. Мой огромный торт даже не нарезан. В чем тут торт вообще? Да все, вали уже.
торт, говорит, нарезал. И Чику привезли, проститутку эту местную. Честно, к ней вообще не подходить. Спасибо. Да не за что. Все это, весь разговор. Вау! А че она не умирает? Прям на голову ей. Ладно. Короче, они будут теперь до конца жизни летать на мордолете. Ох, как же это красиво. Что это за станция такая? Он кепку украл. Держи, вора. Я сигнал, что мы встретимся вновь. Это другая баба вообще. Мамочка. А мать вот этой звезды, что ли? Почему они разные расы? Меня зовут Розалина. Я слежу за космосом и охраняю его. Я сдала вас всех. Когда этот злой монстр забрал силу наших звезд, я рассталась со своей дорогой Люмой. Но я знала, что мы еще увидим друг друга. Потому что... существует сила, связывающая нас и не поддающаяся времени и пространству. Даже законы Вселенной не способны остановить ее. Я знала, что ее нежная тяга будет преобладать. Желание воссоединиться с кем-то очень важным для тебя. Именно такая тяга свела нас вместе. Мы столько пережили, чтобы снова встретиться. Но это не какой-то простой каприз звезд. Я уверен в этом. Марио, спасибо, что вернул мне мое дитя. Тут я никогда не забуду тебя. Даже когда сам стану звездой. Я никогда не забуду тебя, Марио. Никогда ни за что не забуду. Как кепку-то верни, урод. Я же говорю, но я скрысил, просто украл. Пусть звезды ответят тебе путь. Оставили нас, значит, с тёлкой на мордолете без шапки и сами ускакали в великую обитель. Значит, малыш воссоединился с тем, кто ему по-настоящему дорог. Марио уже настолько старый, что у него лысина должна быть. И ты тоже приятель, я прав? У нас будет тройничок. Итак, вы двое. Вам пора возвращаться на свою родную планету. Было бы здорово, если бы на Nintendo Switch вышла Mario Galaxy 3. Ну и все. И все вернулись домой. Хэппи-энд. Ну, естественно, хэппи-энд тут, значит, быть не может. Это же Mario. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Всё? Ну да. В общем, вот такая вот игрушка. Но
6 миров. В каждом примерно мире по сколько у нас? Ну, 5-8. Ну, не 5. Где-то, ну, уровней по 8-10. Но надо местами к бонусам возвращаться. Проходить их повторно, потому что не хватит звезд. Местами надо прям вообще спидранить. Но, в принципе, все проходимо. Местами сложно, местами не очень. Местами непонятно. Плюс еще интересные механики в игре есть. Прикольно, прикольно. Но мне почему-то кажется, что первая часть лучше. Может, когда-нибудь ее возьмусь проходить. Посмотрим. Вот было сложно, когда тебя вниз башкой крутят, по стенкам ты бегаешь, там разные углы, наклоны меняются и так далее. Но есть прикольные механики, вот допустим с теми же самыми комками, когда там ком можно накатывать, драться им. А так, в принципе, стандартно то, что ты там можешь огнем швырять. Вот пружину, по-моему, я еще не видел. Не видел, когда он с облаками, вот этот вот механику, когда он три облака может делать. Когда он в камень превращается, крутится, как Соник. Тоже не видал вот эту тему. Ну, Йоши стандартный у нас персонаж. На Йоши прикольно покататься. Ну вот местами, где он нужно зацепляться языком, чтобы он крутился, тяжеловато немного. Но все нормально, на геймпаде проходится. Возможно, с Nintendo вот этими штуками, нунчаками и так далее, может быть сложнее. Wiimote и нунчак. Возможно, даже сложнее будет мне играть. Не знаю. На геймпаде как-то привычнее, по крайней мере. Вот, собственно, она не очень-то длинная. Но часов 12-15 находится. Стандартный, в принципе, для Марио игра. Пока не встречалось мне там такие игры Марио, там где 30 миров. В основном 10. Кстати, я тоже тут то, что думал, то, что тут будет 10 миров. И больше. Ой, тут их меньше, тут их 6. Интересно, у Nintendo когда-нибудь появится новый сюжет, чтобы не спасать принцессу, а хотя бы кого-нибудь другого. А то что-то от спасения принцессы, по-моему, уже избило оскомину. Thank you so much for playing my game. Угу. Не благодари. Спасибо, Горит. За игру. Супер мир стал доступен. Что за супер мир? Давай глянем, что за супермир, если это можно сделать. Или придется все заново проходить, чтобы до супермира дойти. Что, ты вернулся? В смысле? Эй, ты вернулся. Вижу, ты готов продолжать. Это написано на твоем лице. Тогда вперед, здесь еще много звезд силы. Ну, это понятно. Угу. Нет, С. Давай глянем, пока время есть. Чувствую запах Mario Bros. 2. Ого, можешь поверить, это же тот странный легендарный мир, о котором ходили сплетни. Тут еще больше звезд сил. Итак, давай собирать их, капитан. Ну, допустим. А сколько тут? 75 надо звезд, чтобы следующий открыть, да? Пиксельный Марио. Ну, давай посмотрим.
от нечего делать. Так-то игра пройдена еще. Вот, скорее всего, до конца пиксельного, до конца мира вот этого C нужно пройти все бонусы, которые есть. Yes. Понятно. Тут тоже урон. Надо все эти включить. Фига. Ай-яй. Ай, они исчезать начинают. Подожди, на большую. Ай! Да, это не просто. А потом где в конце вообще, наверное, ничего не останется. Эд не долетел. Этот чувак жестко мешает. По этим штукам можно только один раз пробежать. Надо четенько вычленять свой маршрут. Ай, жопа горит. Почему? А как их заново-то зажечь? Точнее, чтобы они платформы эти появились. Я думал, в старой стилистике Марио побегает. Какая-то хрень с лазером за мной охотится. Блять. И все, мне туда. Надо все вопросы зажигать. А я два пропустил. Ну и чё? А, вон, три штуки осталось. Я весь все люди выносит. Она какая падла. Ай,
И насмерть сразу. Да идите вы, зайдите. Короче. Ну и в жопу. Ладно, будем на этом стрим заканчивать. В общем, что, игра пройдена? Тут остаются вот эти всякие миры С, миры Д, там, для фанатиков. Тут еще можно ковыряться очень долго. Ну, чтобы тот мир этот зафиналить, это надо будет все звезды собрать, потому что если сюда проходку уже 75 звезд стоит, то тут уже 100 звезд, вот, пожалуйста. 110 звезд. Да, это надо все звезды, все 120 штук собрать в игре, чтобы до финала дойти. А значит, надо проходить все бонусы прям. Прям вот вы везде залезать. Потому что вот в этих вот двух уровнях тебе явно сотни звезд не навалят. Тебя просто не хватит. Ладно, будем на этом стрим завершать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь.